пятной восьмеркой, а как? Что тут? Восьмеркой. Раньше без этой системы разворачивались восьмерки. Да. Заходил обратно, это уже по цели времени. А сейчас я через проход. Проход выпускаю и пошел сразу, без разворота. Ну, развернулся, пошел рядом. Проход оставляю и пошел дальше. Потом опять проход вот оставляю. Вот ты сейчас, куда бы повернул? Вот, пустой. А куда бы ты заходил? Вот в рабочую зону, куда ты должен был стать сейчас? Туда вот стать? Могу туда, могу сюда. Но если, допустим, в ту сторону тебе надо стать, как ты будешь подвигать? А, он петли не будет. Не буду. А так? Сразу заходить через проход. На поле порезано уже на компьютере. И все. А если ты один работаешь? То же самое. То есть оно ты сразу порезано, выходишь, да, и становишься через полосу. Через полосу. Ты не выкручиваешь, нет, сразу через полосу и экономишь. Время. Сколько времени? На разворот минуты полторы пускай. Вот вам все должны через секундомер посчитать. Я вам уже уверенно сказать, вот она цифровая технология. На одном из наших предприятий Витебской области, в Витебском районе Мазалова ГАЗ. Здесь мы обкатываем все нюансы. Далее будем учить всех наших лучших руководителей сельскохозяйственных организаций на агрономическую службу на базе данного предприятия. Что она дает? Она нам нужна, как может быть, больше, чем другим районам и областям. Почему? У нас пестрость в структуре почвы. Разновидности на одном поле до 6, 7, 8. Начиная от супесчаника, песков, заканчивая тяжелыми глинами, торфяники и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, плодородие почвы разное, гумус разный. И, конечно, когда мы разобрались с каждым гектаром, посмотрели и по гумусу, и по содержимому микро-макроэлементу, то мы видели, насколько контрастная картина. И вот как раз-то цифровая, так скажем, я даже не земледелие цифровое говорю, а цифровая экономика уже, она дает возможность точечно балансировать удобрения. Кроме этого, мы уходим на нашу новую технику с учетом уже автопилота. Это облегчает работу и механизатора. Это создает качественную работу, качественные посевы. Это экономия. Нет перехлёста в зерновых, в посеве зерновых. Нет перехлёста в культивации, предпосевной обработке. Это экономия топлива, экономия зерна, это повышенная производительность труда и так далее, и так далее, и так далее. Если вот это все суммировать, то много, не мало, кажется, вот по этим крохам, а находишь 15-20% общей экономии, затрат. Конечно, вот по крупицам надо собирать. А главное, что мы понимаем, сегодня как и на Витебщине, так и в других регионах у нас нет изобилия кадров. Поэтому мы должны идти на новые технологии, чтобы привлечь молодежь, заинтересовать их прежде всего, чтобы им интересно было работать на тракторе и в поле. За этим будущее.